Thank you.
Всем привет! Зашили короб над камином. Набрал я каркас. Провода покуда не забрасывал. Вот короб. Высчитал так, там будет гардина. Вот. Вот здесь потолок проходит 3 сантиметра от этой точки. И вот здесь будет щечка. Тоже где-то 3-3,5 сантиметра. Ну, уголок поставится, будет 3,5 сантиметра. Вот здесь ширина у нас получилась 42, здесь 45. Вот, и вот такой вот получился у нас короб. Вот, сеточку еще не вырезал. Короб получился у нас за под лицо вот этого парапета. Здесь плюс плитка приклеится. Вот, и она будет идентична. Здесь у нас получится деревянная панель такая декоративная. Вот такой вот приобретает вид наш камин. Вот здесь уже заложили вот эту часть, залаживали с кусков, как бы какой был, с того и залаживал, кирпич не покупал. Здесь влезет десятка зублов, так как он у нас есть. Вот здесь уже упаковал дельту. Вот кран и американку. Американку, если вдруг в случае чего надо заменить кран, вот откручиваем американку, выкручиваем кран и заменяем кран. Сейчас у нас получилось здесь под углом. Надо поехать, наверное, взять. Потому что куча есть колен всяких тройников, муфт 20-х на пайку. Вот. А хочу выровнять здесь, чтобы ровно так стоял бы тройник. Thank you.
получилось у нас пораспаивать все. Вот я здесь подписывал горячая, холодная вода. Вот, и здесь сейчас будут залаживать, а я пойду, наверное, буду заниматься котельной. Погода у нас замечательная. Вот, пускай здесь залаживают, а я пойду, буду хотя бы пару, не пару, а ряда 4 заложу кладки. Двери все-таки будут у нас те в котельную, 1,95 м они. Там, по-моему, проем надо будет чуть расширить, но то уже чуть позже. Вот, и там окно у нас получается сейчас другое будет. Я хотел и маленькое ставить, а получилось так, что вчера взял по дешевке окно шириной 1 м. Оно на проветривание есть, то есть ширина 1 м. На две части оно поделено, ширина 1 м, высота 83. Вот, и будем, наверное, то окно побольше ставить, пускай будет посветлее в котельне. Сейчас пойдем до котельни. Вот клея подмешал. Сейчас 5 минут постоит, я его перебью и идем на улицу. Вот наша котельна. Так как я говорил, вот здесь будет котел. Вот здесь. Думали сюда его перенести. Ну, как-то, может быть, и было бы нормально, чтобы он здесь был в углу. Но здесь будут выходить трубы с хаты. Вот, и мне кажется, как-то оно сильно не будет удобно. Лучше, мне кажется, здесь сделать полочки, здесь установить метровое окно. Вот, а здесь вначале поставить котел. Вот, и к нему будет нормальный, хороший доступ. Вот так вот. Потому что, если взять, зайти его внутрь. Вот, зайти его внутрь. Как-то мне кажется, что здесь котел, ну никак он не станет. У него подача с правой стороны. Вот. Ну, может быть, в принципе, вот здесь бы он стал. Сейчас я, короче, у меня получается 1,95 м высота дверей. Не 2-метровые, 1,95 м. Вот, и я хочу, чтобы на уровне дверей было окно, верх окна. То есть мне сейчас, я сейчас вышитаю, откуда начинать окно. Вот. И уже сейчас дойду до того ряда. И потом уже подумаю, как это все скомбинировать. Вот эти все причиндалы. Вот, вот так вот пешка. Сгинаем. Вот сюда вот так. Сейчас сделаю отверстие. Вот здесь засверлюсь. Вот, и потом на клей сажу и ложим дальше кладку. И течение там на 4-м ряду, а здесь на 3-м. Здесь короткий заплечик. Вот здесь. И надо хотя бы через 3 ряда будет подвес вот так вот ставить, чтобы оно укрепилось стеной.
Пошел я перемерил котел, он имеет 35 в ширину, вот, и стал я с этой стороны, вот, с наружной, с фасадной стороны. Вот. Я думал котел там поставить, и окно напротив того окна, чтобы в ванну был свет хороший. Вот, ну, получается, если поставить вот здесь котел, то есть дымоход, на прохожей части будет, получается, прям в край стены. Ну, как бы, вот здесь будет проход, ну и как бы дымоход сюда вот так вот выйдет, получается, вот этот заплечик займет. То есть, получается, сейчас я отступаю 80 сантиметров от этой стены. Где-то я метку поставил вот здесь. Вот этот котел где-то станет вот здесь, и отсюда, наверное, пойдет окно. Котел, наверное, все-таки поставлю вот здесь. И вот здесь будет у нас дымоход, и как бы вот эта часть будет более-менее проходная. Вот здесь утеплится пенопластом. Это как бы будет уже относиться к этому двору. Вот. И, ну и как бы и отсюда там будет дымоход, будет самое, я думаю, самое нормальное. Так что придется перенести котел туда, в эту сторону. Окно у нас имеет метр шириной. Оно заканчивается вот здесь. Я 1.02 метра сделал. Вот отсюда отступил 80 от этой стены. Потому что то собьется, вот то. И вот здесь оно заштукатурится и сделается вот по-современному, можно сказать. Так что сейчас хочу заложить до края окна и край двери, то есть вверх, чтобы, например, там завтра, послезавтра, неважно когда, уже прикрутиться доски и сделать перемычку над окном и над дверью, потому что если сейчас положу, оно будет все болтаться и как бы, ну, только больше вреда сделаю, чем пользы. Вот так вот. Так что сейчас залажу ее оконный проем, а здесь, наверное, будет на 10 сантиметров поднять. Вот, то есть у нас получается 1.95 м, окно 83 м, и нам, а здесь у нас метр. Вот, то есть нам на 10-15 сантиметров будет поднять кверху вот здесь. Ну, я сейчас его разбивать здесь буду, а здесь потом просто добавлю 10 сантиметров и все.
Вот так вот получается наша котельня. Вот это уже под окно, уже и высота. Здесь надо будет чуть заложить. Вот оно все свеженькое. Вот, зарежется вот здесь. Там надо будет, по-моему, сантиметра 3-4 зарезать. Вот, и уставятся две арматурины, может одна, может две. Так же самое над дверьми. Вот, оно подстынет, потому что сейчас свежее не зарежешь. Вот, и уже можно будет залаживать дальше. В принципе, нормально будет. Здесь будет котел вот этих пор стоять вот так вот. Вот, а здесь окно, здесь может быть что-то еще и придумаем. Вот так вот. Трубы я уже внутри перепаял, кран установил. Вот. И уже даже там проем заложили. Пойдем посмотрим. Вот так уже проем заложенный. Вот. Все поподправляется, повытягивается. Трубы тоже зафиксируются туда. Глубже, чтобы было за подлецом. Вот, и здесь уже поклеится плитка. Вот такой вот получился лючок. Ну, лючок это еще не окончательный результат по лючку. Может быть, там плиткой выведу под именно под этот размер, либо уже лючок, когда куплю, и под лючок уже плиткой все выведется. Вот так вот здесь будут двери где-то по вот этих пор. Вот так вот там 5 сантиметров. Вот, и повытягивается все, повыштукатуривается и пускай просыхает, потому что уже неделю стоит, оно еще сырое. Ему здесь сохнуть и сохнуть. Вот так вот. Потом уже поубираем, повыносим все отсюда. Вот, собираюсь уже давно здесь поубирать, но как бы вот эту грязную работу хочется всю убрать уже отсюда. Сделать и уже потом можно подшивать вверх и разбрасывать электрику. Вот, также вот эти провода, то, что я говорил, не поставил вот сюда. Вот, я потом разошью вот здесь. Я, может быть, даже не буду расшивать. Здесь сделаю два отверстия, под какие будут светильники, и сразу запущу провода вовнутрь. Вот так вот. Ну а кому было полезное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!